Мы поймали его, когда он направлялся к границе. Вы нашли то, что нужно? Нет. Это все, что у него было. Пацаны? Нейтан Дрейк. Воплоти. Легендарный охотник за сокровищами. Исследователь. Историк. Вор. Думаю, ты меня с кем-то перепутал, приятель. Человек, ответственный за нахождение Эльдорадо, Карвара и Шамбала. А, да, да, вот, вот это я. Прошлой ночью мы сделали частный аукцион в Ла-Пас. Редкий предмет большой стоимости был украден. Предмет, купленный моим нанимателем. И представь мое удивление, когда я узнаю, что сам Нейтан Дрейк в городе. Звучит как совпадение. Вот именно. Скажи мне, что именно это такое? Это компас. Возможно, мы сможем его использовать, чтобы найти эту стрижку, которая не вышла из моды в 90-х. Я прав, парни? А ты смешной парень. Где оно? Я не знаю, что ты имеешь в виду, но у меня этого нет. Мой наниматель не тот, кому стоит переходить дорогу. Ты и так его уже разозлил. Ну да, такое со мной бывает. Давай попробуем еще разок. Прежде чем я тебя лишу чего-то крайне тебе дорогого. Выходит, это значит, если ты мне крайне дорог, то ты уйдешь? Хорошо. Хорошо. Посмотрим, как ты запоешь, когда проведешь чуток времени с Эль Тигра. Эль кто? Ты все услышал? О, да. Громко и ясно. Получаю план дома. Прямо сейчас. Давай задержим их еще чуток. Тебе легко говорить, ведь не твой палец будет отрезать кто-то с именем Эль Тигра. Я не уверен, что это та часть тела, которую будут отрезать. Так это Эль Тигра? Слава богу. Ребята, серьезно? Ребята, вы меня подловили. Подловили. Серьезно, я был напуган. Повеселись с ним. Привет, малыш. Кем хочешь стать, когда вырастешь? О, черт. Господи, чем они тебя кормят? Давай, давай. Погоди, погоди, погоди. Подожди. Не хотелось бы тебя учить, но думаю, тебе нужно что-то спрашивать между ударами. Я считаю это привилегией, мудак. Слышал, есть люди, которые хорошо бы заплатили, чтобы провести некоторое время наедине с тобой. Мне неловко.
Есть. Второй этаж, юго-восточный угол. Спокойно. Нельзя. Прекрати это. Хватит. Нейт. Нейт, ты в порядке? О, да. Лучше, чем всегда. Похоже, они идут уже не за тобой, так что двигай. Похоже, они очень разозлились из-за браслета. Да, надо было сказать это до того, как меня побили по лицу. Ты хранишь его для меня? О, да. Оно красивое. Эй, а что если все эти письма находятся не тут? Это могло быть так, если бы Салат не заплатил за них кучу денег. Ага. За охрану он заплатил тоже кучу денег. Ладно, я тут. Салли, тебе и правда стоило бы увидеть эту комнату. Может, в следующий раз. Давай быстрее, эти ребята могут быть у тебя на хвосте через минуту. Итак, что тут? Я нашел некоторые письма Харпера Гурбуса. Эти ребята не бездельничали. У него оригинальные копии, датированные покорением Малайгии. Вот и оно. Октябрь 1511 года. Это как раз перед тем, как они отплывали в Португалию на Флорида-Ламар. Который сейчас на дне Индийского океана. Говорю тебе, Найт. Это Уэйл Гус. Да, Уэйл Гус стоит 2 миллиарда долларов. Это самое дорогое сокровище в истории человечества. Погоди-ка минутку. У него есть целая скупка от Ферджинальда Магеллана к Альбукерке. Самое ранее датированное, после того, как его затопило, и Магеллан ходил под Альбукерке во время завоевания. Но история нам говорит, что это было последний раз, когда они видели друг друга. Если только... Черт возьми! Салли, ты знаешь, что это значит? Пацан, когда ты начинаешь делать так, то никто не знает, что ты имеешь в виду. Так, это подождет. Они нашли твоих друзей. Убирайся оттуда. Почувствовал. Ладно. Как в старые добрые времена. Залезай! Гони! Гони! Гони!
ты она. Скучала? Ты знаешь, я всегда удивляюсь, что вы двое не способны вернуть эти штуки в том состоянии, в котором брали. У нас была страховка. Ты ведь застраховался, да? Я думал, ты это сделал. Точно. Вот, как и пообещал. Да, итак, мы сломаем это при открытии. У меня чувство, что мы всегда ломаем вещи, когда их открываем. Как насчет того, чтобы я поддержал это все? Ты видел это? Я точно попаду в ад. Треугольник? Не просто треугольник, это триединство. Единство? Боже мой, конечно. Когда Деламар затонул, с ним на дно пошло 400 людей, но не Альбукерке. Он был спасен другим кораблем под названием Тринтаж. С португальского это триединство. Да, сама история с пятнами. Неизвестно, кто был капитаном, но там был еще один корабль, который звался Тринят. У него был испанский флаг. Он был знаменит, так как первый отправился в плавание вокруг света. Ниджела? Черт побери! Ниджела Магеллана был капитаном спасательного корабля. Посмотрите-ка на это. Может, это координаты? Это никогда не имело никакого смысла. С чему Альбукерке, одному из лучших военных умов в истории, класть свое сокровище на Деламар, на непригодный к плаванию корабль? Что если причина, по которой никто не смог найти сокровище на Деламаре, заключается в том, что его там никогда и не было? Оно было на Тринтаже. Именно. Оно никогда не тонуло. И Магеллана, и Альбукерке оба знали это. И что там? Наша следующая остановка. Что ж, насколько я понимаю, погода в Филиппинах достаточно благоприятная. Озвучил Fox Voice.